Да, помню, сынок, но понимаешь ли, тут проблема. Привет, Кость. Ну, здравствуйте. Моя ставка прошла? Нет, дядь, система ее не пропускает. Почему? Ты нормальный человек вообще, а? У тебя сын полгода готовился к игре. Ты не можешь прийти на игру, ты со своими ставками достал. Кто вы? Я не дьявол и не бог, но то и другое одновременно. Я Айвас, твой ангел-хранитель. Когда он верил и любил, ну и так далее. Оно все это можно читать как стих, а можно входить в это энергетически, да. Когда он там же говорит, ангел, он говорит, оставь ее, она моя. Явился ты, приятель, поздно, и ей, как мне, ты не судья, на сердце полное гордыни, и я наложил печать свою. Здесь больше нет твоей святыни. Здесь я владею и люблю. Это... Но я к чему это говорю? Что, играя вот то, что ты говоришь с Деном Кроули, и все, преломление, да, как сыграть его. То есть с ним как можно выйти? Как артист, да? То есть я, если я вхожу в любую роль, если Отелло, Ричард III, все, есть сданность, есть энергетический слой, есть подключение к ноосфере, и я понимаю, печальный демон, дух изгнания, летал над грешною землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились гурьбой тех дней, когда в жилище света блистал он, чистый херувим, когда бегущая планета улыбкой ласковой привета любила обменяться с ним.